В Приморском океанариуме прибавление. Здесь поселились рыбы и листые прыгуны. Живут они и в воде, и на суше. Дышат прыгуны жабрами. Для их увлажнения могут носить необходимый запас воды во рту, а на суше умеют дышать и через кожу. Утолщенные грудные плавники рыбы используют для ползания и даже лазания по деревьям. Кроме того, они отлично себя чувствуют и в соленой, и в пресной воде. 30 новых обитателей уже поместили в аквариумы, и все посетители океанариума могут посмотреть на них